Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Subnautica, и мы с вами продолжаем. Друзья, короче, это вот наша база, если вы помните, да, вот такая вот у нас база, вот такая вот шикарнейшая, короче, крутая база, вот такая. Вот мы заходим сюда и живем здесь, да, нам даже говорят, там же, welcome aboard, captain, то есть, добро пожаловать на борт. Не, ребятки, нет, я шучу, это не наша база, вы уже знаете, это просто у нас был такой экспериментик. Ух ты, жилки зеленые, какие у нас тут ножки пошли от этой базы прям донизу. Нифига себе. Нет, друзья, наша база, вот она. Она наверху. Вот такая вот крутая база, и мы должны кое-что сделать. Я совсем забыл, что я еще не сделал ионовые батарейки и ионовые ячейки. Такое ощущение у меня было, как будто кто-то за мной этот наблюдает. Не наблюдает, а это гонится, ну типа этот, акула. Так, секундочку, тут была камера, и она пропала. Ну, как уже и говорится, ранний доступ игры, ребятки, ранний доступ. Камера была, и она почему-то... Так, 120-130 метров где-то сверху находится камера, да? Давайте посмотрим, что она прям на поверхности. Секунду. Да, прикинь, взять дрон-камеру. Окей, взяли дрончик. Так, друзья, заходим в базу. Смотрим, что у нас там есть, там у нас что построено, что сделано, короче, много чего мы сделали, много чего мы успели. Так, а сейчас заходим, это у нас не главный вход, мы сейчас заходим. Welcome aboard, captain. Я малость не понял. А почему тут у нас затопление? В смысле? Так, закрыть. Закрыть шлюз, нифига себе, что это за фигня, блин? Так, запущено, что там это, я не читал. А почему у нас это, блин, целостность базы сломалась что-то? Почему сломалась? Что у нас случилось? Так, секунду, давайте возьмем это металл, сварочный аппарат, так, не будем паниковать, так, с ремонтный этот. Так, погнали. Ну, походу, получается, мне нельзя сейчас открывать, полностью нельзя открывать... эту дверь, где аквариум, вообще нельзя. Чё это за фигня, блин? Нормально все было? Как это понять? Я играл, и херак. А тут у нас вот такая вот хрень, блин. Чё это за дела? Но ремонтни, давай. Система откачки воды запущена. Ну и, как я понимаю, мне кажется, это у нас сейчас второй этаж, где аквариум. И там у нас третий этаж. Давайте посмотрим, там может тоже какая-то дырочка есть. Да, тут тоже есть, смотрите, блин. Как это понимать? А чего? С чего вдруг? Давайте, откачивайте. Давай. Отлично, вода уходит. Да, шикарно. Но нихера не шикарно, потому что я так и не понял, почему у нас была вот такая вот проблема, блин. Чё за дела? Да, странно. Так, ребятки, странно, но надо будет потом узнать, почему это все произошло. Так, здесь пока я открывать. И тут, смотрите, каким-то багом я тут это, открыл шлюз этот. И давайте сейчас проверим. Здесь сейчас я, по идее, плыву. Все-таки давайте откроем. Плывем. И, по идее, когда мы сюда заходим, тут должна выливаться вода. Но все-таки шлюзы эти вот, они все же помогают, даже если они не закрыты. Это очень круто. Это очень крутая тема. Так, мы все сделали как надо. Отремонтировали, и все у нас отлично. Ребятки, напоминаю, если вы хотите по Subnautica видосики дальше, чтобы они выходили регулярненько, более-менее. Ну, по идее, как бы, вообще, всегда, когда кому-то что-то нравится, должны реально ставить лайки. Если вы хотите это все еще видеть на канале, ставьте, ребятки, пальцы вверх. Так, друзья, идем дальше. Мне нужны батареечки. Батареечки, я говорил, батареечки я не сделал. Ионовые батарейки, это новые батарейки, которые разработчики добавили в этом последнем обновлении. Так, как они делаются, давайте посмотрим. Я как бы ничего из этого не готовил. Так, электроника. Так, ионная батарея. Нужен ионный кристалл и медная руда. Дальше, ионная энергоячейка, это для циклопа. Ионный кристалл 2 штуки и силиконовая резина. Так, и медная руда. Так, силиконовая резина. С этим вообще проблем не будет. С силиконовой резиной проблем не будет. У нас тут есть гроздь
семян водорослей. Давай, давай, давай сюда все, что есть. Давай, давай, давай. Что там еще у тебя есть? Давай, отлично, отлично. А, полон инвентарь. А, камера, блин, много места. Очень много места занимает камера. Так, погнали. Погнали, заходим сюда. Куда же камеру засунуть-то? Ну, давайте камеру засунем там, где ей место. Не знаю, там есть ящик или нет. Добрый день. Добрый день, как водичка? Водичка, о, водичка, ух ты. Так, у нас места нет, но водичка есть. Куда же тебя засунуть? Я тут на это, ящик нужен. Могу я сюда дрон засунуть? Нет? Блин. Тут нужен ящик. Это камера сканирования. Я еще ею не пользовался вообще почти что ни разу. Так, дрон. Блин, а тут полным-полно воды и еды, блин. Какого же хрена, блин? Там тоже ящик нужен. Новый ящик. Вот сюда, короче. Дрон пойдет вот сюда. Все. Дрон будет сидеть. О, кстати, нам же этот нужен. Нам для батарейки и всего этого нам нужны вот, вот эти вот кристаллы. Ионы и кристаллы. Раз, два, три. Возьмем три штуки. Посмотрим, что там еще можно. Так, сейчас сделаем силиконовую резину, ребятки. Силиконовая резина у нас делается вот таким вот образом. Грозди семян водорослей две штуки. И, к сожалению, к сожалению, у нас места нет. Так, это вытаскиваем из себя вот сюда и, короче. Блин, много чего у меня тут лишнего. Давайте это тоже засунем сюда. И возьмем еще пару штук семян водорослей. Так, давайте пощупаем вот здесь вот, что у нас тут есть, что дается, что нет. Так, инвентарь полон, понял. Окей, раз полон, так полон, что поделаешь. Такова судьба, заходим сюда. Делаем вот так вот. Делаем вот сюда силиконовую резину. Она пока что у нас делается. Мы, ну, уже сделалась, скорее, как бы. Берем то, что у нас тут осталось. И делаем еще одну силиконовую резину. Да, ребятки, вот таким вот образом у нас все крафтится. Выглядит это вот таким вот образом. И давайте посмотрим, как у нас будет батареечка, ионная батарейка. Для чего ионная батарейка? Много про нее я не читал. Давайте посмотрим, как она хоть выглядит. Вот такая вот ионная батарейка, да? И давайте, чтобы вы поняли, давайте мы вытащим, допустим, из репульсионной пушки, или что там у нас, вытащим батареечку. А что вытаскивать, я не понял. У нас тут есть, вот они. Вот они, ничего вытаскивать не будем. Вот нормальная батарейка. А эта ионная батарейка заряжается здесь? Ух ты, отлично. Кстати, когда они здесь стоят, они вообще не различаются. Вообще. А если мы их вот сюда, вот, ну, здесь смотрим в инвентаре, то они различаются. Так, давайте мы возьмем это себе, возьмем это себе. Вот такие вот. Заряд 100%, 500 из, 5, из 500, да? Это у нас заряд. А если у нас, где у нас обычная батареечка? Батарея, вот она. 100 из 100, нифига себе, блин, в 5 раз мощнее, ёлки-палки, то есть не мощнее, а это, ой, как его, энергии больше дает, 5 раз в 5 раз больше. Так, отлично, так, быстренько делаем тогда ионную энергоячейку. Так, медная руда, где мы, где у нас есть медная руда? Медная руда, скорее всего, у меня нету, потому что я давно на базе не был. Так, вот у нас тут батареечки, 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 батареечки. Так, о, круто, есть, бедная руда, отлично. Так, вот так вот. И делаем ионную энергоячейку. Это, конечно же, поздоровее будет. Это у нас хрень, ребята, для циклопа. 1000, сколько там, во что считать будем, ватт. Блин, этот... Планета эта меня заколебала. Всегда, блин, когда нам нужен свет для съемки, она вот закрывает вот солнце и делает вот такое вот солнечное затмение, блин. Так, что там говорят? А, пить. Пить, говорят. Пить у нас, к сожалению... Так, у нас бутылочки там были, блин. Вот все вот это вот дело надо еще успеть. Я знаю, мы все делаем, короче, на ходу. Решил сделать одно, но начал сделать другое, короче, начал делать другое. И возвращаюсь к первому. Таков я, ребятки. Кому нравится, хорошо, кому нет, никого мы на канале не держим. Давай, забирай. Отлично. И пошла, короче, энергия тратится. Да. Так, водичку мне уже некуда ставить. Водичку некуда ставить. Ну, давайте мы выпьем бутылочку. Раз. И покушать как бы мне сейчас нечего. Блин, куда же тебя ставить-то? Водичка-то. Водичка, надо еще решить с водичкой. Водичка у нас будет тогда где-то еще в этих вот ящиках. Типа мы выходим, и тут
Блин, ну тут как бы не то место. Но, ребятки, временно пойдет. Временно пойдет. Это всегда так. Временно у нас всегда все пойдет. Так, раз у нас там очень жестко тратится. Из-за этих, кстати, нюансов. Каких аппараты эти вот, как они называются тут. Очистная станция, о. Очень сильно, прям жестко, прям тратится энергия на базе. И для этого, кстати, у меня еще нету реактора электрического, или как его там. И для этого нам нужен источник питания. Источник питания у меня здесь. Вот в этом биореакторе. Так, мы сюда. Блин, да не есть ты. Не кушать, не кушать. Не надо кушать это. Это надо сюда, короче, ставить. Вот так вот. И чтобы здесь всегда были вот такие вот растения. Говорят, что даже яйцо можно сюда поставить. Мне кажется, яйцо можно, да? Но мы это сейчас не проверим. Но проверим, когда тут опять пропадет. Это вот ламповый фрукт. Здесь посадил вот такую вот грядочку, это уже все знают. Но это я сейчас объясняю новеньким, которые не знают. И у нас всегда есть источник питания. Они всегда вырастают, мы их вырываем, они вырастают. И у нас питание, короче, блин, ну, прям, не знаю, безлимитное. Потому что там всегда ламповый фрукт растет, растет и не перестает расти. Так, идем сюда. Идем сюда, смотрим, что у нас будет в циклопе. Welcome aboard, Captain. All systems online. Да, я знаю, все онлайн. Все у нас онлайн, все отлично, все шикарно. Только вот солнце садится, вот то, чего мне не нравится. Это когда солнце садится. Так, мне сказали еще попить, чтобы мы воду не теряли. Давайте мы. Так, ионная батарейка, что ионная батарейка? Так, мне ножик нужен. Ножик, ставим его на один. Вот таким вот образом можно тоже пить. Это кто не знал. Это у нас луковичное дерево, которое нам дает всегда попить и покушать. Ну, покушать дает нам больше, конечно же, китайский картофель. Чем я очень-очень-очень доволен. Так, а мы сейчас идем дальше. Так, что у нас есть? Это у нас моторный отсек в циклопе. Энергейдж. Ух ты, энергия тратится даже. Даже когда я не катаюсь на нем. Энергия по-любому тратится, я не знал. А я реально не знал об этом. Вот чего я хотел проверить. Ого, нифига себе, блин, все ячейки пустые. Плохо. Хочу вот поставить одну ячейку, которая дает 1000 заряда, да? 1000 заряда. Давайте мы сначала возьмем ячейку. А, вот здесь у нас есть ящик. Вот такой вот ящик, да? Так, 200 заряда. Ага, вот оно как. Вот оно как, 200 заряда. Обычная энергоячейка дает 200 заряда, ребятки. То есть имеет 200... этого... процентов, не знаю, там, во что это считается, заряда. А вот это вот ионная энергоячейка 1000. Неплохо. Также в 5 раз, конечно, больше. Так, ну ставим. Обах! Нифига себе у нас. О! Что-то она какая-то черненькая. Почему она такая черная? А если ее сюда? Да, также черненькая. Понял. Так, вытаскиваем эту энергоячейку, ставим сюда на зарядочку. И еще вот это вот на зарядочку. Так, 0, 0. Две энергоячейки обычные заряжаются. А это у нас, блин, нифига себе. Как там громко, офигеть. Здесь у нас 100, 100 и 94, отлично. Здесь у нас ничего не поменяли. Ребятки, в следующем, надеюсь, что в следующем обновлении. Потому что я уже, как понял, уже есть новый. У других ребят уже как бы, ну, в креативе, наверное, есть уже новый интерфейс игры. То есть слева у нас показана вода, еда, ХП и что там еще есть, и кислород, да. То уже появился уже новый интерфейс. Вот все это вот показано по-другому. Здесь у нас полосочки такие, а новый интерфейс — это кругляшки, где то же самое, те же цифры, те же показатели, как бы, но просто по-другому нарисованы. Но, надеюсь, это добавят в нормальную, как бы, игру, не в креативе или где там она это сейчас уже появилась. Надеюсь, добавят к следующему обновлению уже все, что, о чем я сейчас говорил. Так, еще энергоячейка, ионная энергоячейка. Я понимаю, что она дает очень много кислорода, блин, дает очень много этого электричества. То есть мы, если куда-то сплаваем, там у нас реально будет очень много энергии, да. Но раз у нас пока что работает баг, что мы можем заряжать, а мы на самом деле можем заряжать энергоячейки прямо в циклопе. И
как долго это будет работать, я думаю, что нет смысла тратиться на ионную энергоячейку. Энергоячейку, потому что она стоит, ребятки, довольно немало. Смотрите, ионная энергоячейка стоит ионных кристаллов 2 штуки. То есть силиконовая резина и медная, это вот как его там. А ионный кристалл, вот такая вот хрень, да, ионный кристалл. Это, не знаю, он вроде бы не крафтится. Я не видел, чтобы он крафтился, реально не видел. Но он, его, у меня на базе его можно посчитать по пальцам. Конечно, в циклопе у меня там еще полным-полном его, но я не хочу его тратить. В том-то и дело, тратить его смысла я не вижу. Так, ионный кристалл, что он тут делается? Нет, нет, не делается. Он просто находится в разных локациях. Сразу же, как нам добавили какое-то определенное обновление, появился и ионный кристалл. Блин, нет, он здесь нет. Здесь только пурпурный артефакт крафтится, конечно же, из ионных кристаллов. И все. А сам ионный кристалл, ребятки, не крафтится. Так что не вижу смысла сейчас делать энергоячейки для циклопа, для прямо 6 энергоячеек. Это очень дорого будет. Это будет довольно дорого. Так что пусть наш этот циклоп плавает так, как он раньше плавал, без никаких дополнительных ионных ячеек. Но есть другой вопрос. Мотылек Немо. Ему, может быть, реально нужен... Так, секундочку, это не туда. Давайте мы сядем. Ему реально нужен... ему нужно реально дать новое... новый источник питания. Потому что... Сейчас объясню. В нем места очень мало. То есть здесь никуда не залепишь зарядку для энергоячеек. Так что, ребятки, мне кажется, я даже возьму вот эту вот энергоячейку. 200, которая дает. Да, дает 200. Мы ее... Так, тихо. Извлечь. Мы ее вытаскиваем. И... Так как мы ее вытаскиваем, я даже возьму даже энергоячейку вот из циклопа и засуну ее туда. Дай сюда. Так, тебе я дам вот эту вот простую энергоячейку. Отлично. И энергоячейку ионную мы возьмем и засунем в нашего мотылька, ребятки. В нашего мотылька по имени Немо. Опять солнечное затмение, блин, заколебали. Эй, народ, свет дайте. Смотрите, вот смотрите, какая темнота будет. Это прям будет как ночью. Прям реально как ночью будет. Это вообще трындец. Вот такое вот солнечное затмение. Кстати, давайте. Я бы поднялся. Но поздно. Так, там у нас этот Аврора. Так, шикарно. Так, давайте засунем в эту, в дырочку. Ионную энергоячейку, которая даст нам... О, она даже светится, даже вот так вот даже. Неплохо. Неплохо так светится-то. Ионная ячейка-то. И где у нас энергия? Где у нас энергия? Ну, энергия написана 100%. Но 100% это понятно же, что 100% из этой вот ячейки. Но ячейка дает, блин, целых 1000. В смысле? Passing safe depth. Ты чё? Ты же у меня вроде был прокачан, вроде, нет? Так, где у нас наши... эти... улучшения, что у нас тут есть? Компенсатор давления. Увеличивает прочность корпуса или это вот среднее давление? Так, давайте мы его вытащим, потому что есть такие вот лаги-баги. Сделаем вот так вот. И сейчас на 300 метров можно погружаться. Но надо будет еще один компенсатор сделать, чтобы можно было на нашем военном мотыльке, чтобы можно было плавать реально поглубже. И, как говорится, подольше, не боясь, что сейчас его раздавят там давлением и так далее. Да, ну более-менее, сейчас уже нормально. Так, ребята, идем дальше. Кто там меня это укусить пытался? Что там за звуки? Нормально все. Так, с энергоячейками мы решили. Сейчас я хочу решить вопрос, вот пока мы еще здесь, как бы, пока мы еще снимаем. Хочу решить вопрос, ребятки, с этим, с водой. С водой на базе. С едой у меня проблем нет, сейчас я вам покажу. Так, сейчас выходим. Отлично. Вышли. Вот смотрите, сверху у нас показатель этого. Показатель энергии на базе. У нас на базе сейчас 550 энергии из 750
энергии, да, то есть наша база сейчас может, по идее, воспроизвести 750 энергии, а сейчас на самом деле 558. Это все потому, что наши вот эти вот очистные станции используют очень много энергии, прям перебор, прям до хера. Так, в смысле, что у меня тут? Ионобатарея. О, кстати, ионобатарея, я же ее не пробовал. Так, куда же мне засунуть ионную батарею? Ионную батарею я засуну, ребят, даже не знаю даже. Что у нас вообще есть за инструмент? У нас есть репульсионная пушка, у нас есть морской глайдер, который, блин, я так еще и не понял, почему он у меня всегда 100% показывает. Не тратится энергия у него. Не тратится и все. Вообще не тратится. Чё это за фигня? Чё это за тема? Я не понял. Текстуры. А? Так, секунду, сейчас сохранимся на всякий случай. Отлично, сохранение прошло успешно. Да. Ну, Сабнатика нас радует, ребятки. Сабнатика радует. У меня такое ощущение, что я сейчас... Офигеть, я сейчас заплыву в этот... прямо к этому... в лавовый биом. Таким образом, блин. Странно, очень странно. А их нет. Их нет, ресурсов, ресурсов. Текстур просто нет. В смысле, не было, где они? Как они появились? А, ну нет, нет их. Да, все верно. Здесь их нет. Чё это за бред, блин? Так, а ну-ка я сейчас перезапущу игру. Сейчас, секундочку. Так, вроде бы перезапустил игру. Давайте посмотрим, где у нас текстурка. Да, текстурка есть, появилась. Отлично, да, решение всех проблем, ребятки. Это сохранился и перезапустил игрульку. Так, что я хотел, кстати? Хотел увидеть, где наш этот дружок Левиафан. А давайте кое-что сейчас сделаю. Сейчас хочу убрать раму. Блин, что-то я много наклацал. Сейчас, секунду. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, отлично. Что-то у нас с кислородом сейчас проблемы будут. Не-не-не, давайте возвращаемся. 50 секунд. Пусть Левиафан там у нас отдыхает, мне он сейчас не нужен. Так, ресурсы, конечно же, нужные мы берем, потому что такие вещи мы не пропускаем. В смысле? А вы тут что делаете? Откуда они? Я не понял. С каких это пор вот эти вот... Тараканы, блин, хреновы. Они здесь так. Тихо-тихо, давай наверх. С каких это пор они у нас здесь, в этом биоме? Странно, очень странно. Oxygen. Да, я знаю, знаю. Все нормально у нас с оксигеном. У нас все отлично. У нас все под контролем. Так, Аврора. Молодец, Аврора, стой на месте. Как бы не двигайся, все отлично у тебя будет. Так, что мы хотели? Планы. О чем я думал? Так, что я тут делал? Так, я делал это, ионная батарея. А, ионную батарею, куда засунуть? Да, вот видите, мы сколько сейчас плавали, у меня не тратится энергия в глайдере, вообще. У меня, я знаю, у меня ласты, хорошие ласты, вот эти вот, которые заряжают все инструменты, с которыми мы, ну, в руках если держим, мы плаваем, то они заряжаются. Но все же так долго, это не знаю даже. Тогда мы сделаем по-другому. Мы эту ионную батарейку засунем... в репульсионную пушку. Да, потому что она реально тратится. Вот так вот. Здесь будет очень хорошая батареечка. Прям капец хорошая. Но фонарик, как тебе поставить? Давайте я засуну вот фонарик вот сюда. Это у нас, по идее, ночью засунем. Ночью. Тогда, о, еще вопрос. Появился у меня вопрос в ВК. Мне написали, как ты пишешь на шкафах. Ребят, как это пишешь на шкафах? Смотрите, вот шкафчик, обычный шкафчик. У него есть уже дисплей, где можно что-то написать. Если смотрим сюда, появляется текст «Открыть шкаф». Если сюда, изменить название шкафчика. Левая кнопка мыши, пишем «Афа». Все, Enter нажали, все отлично у нас. Шкаф, «Афа». Все шикарно, все работает без проблем. Это работает только на шкафах настенных. На вот таких вот здоровых. Такого у нас нет, то есть нет дисплеев этих. Дальше, как у меня сделаны и как они работают
надписи. Надписи вот типа этих. Мотылек туда, комната отдыха туда, лаборатория туда. Как это работает? Берем строителя. Строитель у нас строится, блин, строится, крафтится в этом, в изготовителе. Берем его. Нажимаем правую кнопку мыши. И где-то здесь, наверное, да? Или здесь? Вот здесь. Здесь у нас появляются вот такие вот указатели. Крафтится из медной проволоки. Крафтим вот такую вот хрень. Потом эту вот хрень берем и ставим на стенку, ставим на крышу, ну, типа на потолок. Или куда нам надо. И также подходим, нажимаем на левую кнопочку. Делаем, что это такое у нас. А, побольше. Этот знак поменьше. Цвета и так далее. Что-то тут еще можно еще изменить. Вот так вот можно изменить цвет. Нам это сейчас не надо. Можно вот так вот текст изменить. Ну, цвет текста и так далее. Так, давайте мы оставим, как у нас было. Зеленый был, да? Да, был зеленый. Отлично. И все очень просто. Ничего такого сложного нет. Это у нас сейчас будет, был ответ подписчику, который мне в ВК написал и не знал, как это все делать. Ой, аквариум, разобрать. Вы меня тоже вы мне писали, ребята, разобрать аквариум. Давайте мы разберем его. И, блин, в смысле? Какая батарейка, блин? У нас столько батареек, у нас тут батарейки тут нет. Как это батарейки нет? У нас все есть. Все на базе есть. В этой базе все есть. Реально все. Ой-ой-ой, не-не, кровать пусть стоит. Кровать нормально. Так, ну тогда к стенке. К стенке ставим аквариум. Так, где у нас? Вот он, аквариум. Это у нас простой аквариум. Так, здесь у нас рыбки, кстати, чтобы вы знали, не размножаются. Они просто живут своей жизнью. Ты их сюда засунул, и рыбка просто живет. Не размножается, ничем не занимается, кроме тем, чтобы кушать что-то там, какать, писать и так далее. Вроде ничего другое не делают. Тут бы еще рыбок добавить. Так. Тут у нас есть рыбки лишние. Давайте посмотрим. Ой, тихо-тихо, не разбирай. Ой-ой-ой, тихо, что вы, ребят, там это дергаетесь? Я почти что разобрал, блин, этот аквариум. Трындец, надо. Этот инструмент очень опасный. Так, заходим в аквариум, в трехэтажный аквариум. И смотрим. Лавовые рыбки, да, лавовые. Вот такие вот три штуки у нас тут есть. Давайте мы одну все-таки возьмем. Взять лавовые глазастик. Иди сюда, маленький. Сейчас мы еще, где у нас три штуки есть? Чего еще по три есть у нас? Вот такая вот селедочка есть у нас. Вот они, три штуки. Это хребеточник. Так, иди сюда, засранец. Вот так. Одного взяли. И еще по три у нас. Что у нас по три есть из рыбок? Не вижу. Кто видит? Я не вижу. Что там еще по три есть? Странно. Думал, побольше будет. Вот этого бы засунуть бы туда, блин. Я не знаю, даже он туда... Ай, иди сюда, он туда влезет или нет? Вот мне сейчас интересно. Вот мне прям интересно, блин, опять. Выходишь, заходишь, все закрывается автоматом, блин. Надо все открывать, закрывать. Я вот сейчас промолчу. Один подписчик сказал, что этот звук ему очень-очень нравится. Что ж, балдей, парень, балдей. Так, сюда... Не, не влезает, не-не-не, это не хочет. Твою же налево! Я съел... Хребеточника, или как его, блин. Это была рыба, блин, из лавового биома, блин. Короче, одна рыба пока что будет здесь у нас плавать. Ничего страшного. Так, и я хотел еще решить проблему с водой вроде бы, да? С водой именно с растениями. То есть вода у меня как бы есть, но... Ребята, водичка у нас-то есть. Как бы там у нас воды полным-полном, но... Растение бы добавить. Че, уже есть бутылочка. Отлично, берем эту бутылочку. Берем с этой вот стороны бутылочку. И с водой у нас вообще проблем нет. Так, шкафчик тут мы добавим. Сейчас я его не добавлю, потому что мне металла не хватит, да? Стекло, титан, ну титана типа. Это то же самое, кварц. Так, секунду. Ну давайте бутылочки все-таки засунем. Куда мы ее в первый раз засунули. Пока что не будет... Наверное, здесь будет, да? Не, не здесь, вот здесь. Так, бутылочки. Вот так вот и вот так. Так, эту рыбу надо будет кинуть обратно. И возьмем для... Возьмем. Что мне нужно? Мне нужна грядочка. Мне нужен горшочек. Горшочек вот такой вот. Титан один есть. И еще один титан у меня. Давайте возьмем еще один титанчик. Вот так вот, отлично. И возьмем образец...
образец в... Это не водоросли, а образец луковичного этого дерева. Что я тут ищу? Так, секунду. А, рыбу, блин. Рыбу кинуть. Рыбу. Я понял, ребятки, я потерялся. Бывает такое. У нас такое бывает. Так, мне рыбка нужна. То есть аквариум нужен. Засовываем сюда. Это, блин, главное здесь есть. Есть, отлично. Блин, правая кнопка, чтобы не забыть. Правая кнопка. Офигеть, я съел хребеточника. Трындец, короче. Это жесть. Так, где этот? А чё я без глайдера? Так, глайдер, глайдер, глайдер. Сюда, отлично, погнали. Ну, убери же его. Так, блин, у меня видосик затянулся, блин, офигеть. 30 минут, я хотел по-быстрому, по-короткому. Нифига у нас по-короткому, по-быстренькому не работает. Нет такого, нету. Так, ножик. Мне нужен ножик и раз, два. Да? Ну, вроде так, вроде. Вроде, образец луковичного дерева. Он нам воду дает, а этот дает еду. Как бы я иногда просто экономлю. Экономлю эти вот бутылочки, да? И беру их только в походы. Так, куда, блин, мне сюда. И беру их только в походы. Ну, типа там, куда-то там поплавать там далеко, чтобы не искать потом водички. Так, в комнату вот эту вот мы засунем. Еще. Так, опять нужен строитель. Так, где ты? Строитель, вот он. Так, лампочка мне сейчас не нужна. Берем, короче, блин, опять баг этот. Я понял. Берем строитель и делаем вот такие вот, так у нас вот такие вот круглые, тогда делаем круглые горшки и ставим их, конечно же, вот пока что сюда. Дальше уже посмотрим, может быть, мы другое место найдем. Так, нормально, все, тихо, не-не, это вот. Ага, секунду, я думал, уже какой-то баг. Так, здесь у нас одно деревце будет и здесь у нас второе деревце будет, отлично. Так, потом, что мы делаем? Так, убираем это. Заходим сюда. И вот это вот, вот эту хрень вот сюда вот сажаем. Все. Растение у нас растет. Это одно растение и второе. Ребятки, давайте подождем немножко, как бы на паузе, и посмотрим, как это вырастет. По идее, это вырастает очень, прямо очень быстро. Потому что, смотрите, я сейчас двигаться как бы не буду, и вы будете наблюдать, как оно двигается и, по идее, даже поднимается. Но нифига, это долго будет. Так что ждем на паузе. Короче, жду вот так. И смотрим, что будет дальше. Так, деревья наши вырастают потихонечку. Вот такие вот стали наши деревья. Что ж, друзья, вот так все это у нас вырастает. Ждать, конечно же, до конца не буду, потому что сколько тут у нас? 63%, а я уже как бы жду минут 7. Или 8 даже. А наше это вот луковичное дерево еще не выросло. И плюс к этому нам говорят, что нам пора кушать. Не, пить. Пить надо. Да, слева у нас индикатор, который пишет 4% еды, блин, елки-палки. Что я могу покушать? Есть у нас чипсы, конечно же, но смотрите, вот когда у меня персонаж очень хочет пить или кушать, у него проблема. Он не может шифтовать. Но у нас есть решение этой проблемы. Делаем вот так вот и делаем вот так вот. Ребятки, с вами был Кентавр. Это была игра Сабнатика. Если вам понравилось, если вы хотите продолжение этой игры на канале, ставьте, конечно же, пальцы вверх. Рассказывайте друзьям о канале. И, ребята, увидимся в следующем видео. Всем удачи и всем пока.